Сегодня в России стартует международная акция «Сады памяти», посвященная погибшим в Великой Отечественной войне. По всей стране волонтеры будут сажать деревья в парках, скверах, на аллеях и в лесах. Чувашия тоже примет участие в акции. Любой желающий сможет внести свой вклад в озеленение региона. Выбрать место высадки деревьев можно на официальном сайте сад памяти2020.рф. Нужно указать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки, узнать дату и время, когда будут вестись работы, и прибыть на место в назначенный день. На сайте также можно разместить информацию о том, кому посвящается дерево, и получить памятный электронный сертификат. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Рослесхоза 8 800 194 20.